Экс-министр спорта Челябинской области Юрий Серебренников получил тюремный «Оскар». Осужденный чиновник за решеткой снялся в фильме про жизнь в колонии. Ленту признали лучшей на фестивале «Надежда». В нем участвуют картины, снятые заключенными. И на церемонии награждения Серебренников не удержался от громких высказываний. Это кадры из фильма с участием экс-министра. Он организовал день физкультурника в колонии, в которой и отбывает срок за взятки. Вместе с трофеем за лучшую картину Серебренникову вручили книги и средства личной гигиены. Получая награду, бывший чиновник попросил зрителей поддержать наших спортсменов, которые готовятся к зимней Олимпиаде 2018 года, но рискуют не попасть на нее из-за допинг-скандала. И чтобы мы участвовали в Олимпийских играх, и Олимпийские игры стали для нас вновь победными. Я прошу вас аплодисментами поддержать наших спортсменов. Ленты о жизни заключенных на фестивале «Надежда» присылали из колоний Южного Урала, Хакасии, Ханты-Мансийского округа и Калининграда. В финал прошли 15 работ. Арестанты сами выступали в роли сценаристов, режиссеров и актеров. Напомню, экс-министра спорта региона Юрия Серебренникова осудили за взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил около 30 миллионов рублей. За решеткой он проведет еще 4 года.